Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На острове любви Олег Бурханов и Элла Голубева сходили на свидание. Александра Сергеева решила переехать к Артуру Раднеру, несмотря на то, что молодой человек ждет приезда Лизы Кордобовской. Майя Донцова и ее мама опять поругались из-за Максима Локотькова. Максим рассказывает про свидание с Ириной за периметром. Время провели здорово. Майя нацепила полицейский наряд, пришла ко мне в мужскую спальню и требовала, чтобы я целовал ее каблуки. В ответ я отпорол Майю по заднице замороженными сосисками. Теперь мама с дочерью опять в контрах, я посередине, и мне нравятся обе. На остров любви отправились 5 участниц: Мадина Кузаева, Юля Теплова, Лиза Полыгалова, Алиса Огородова и Лиза Кордобовская. А Ира Пинчук на остров любви не полетела, она все-таки помирилась с Ваней Барзиковым. Не переживайте, у нас все хорошо, мы на поляне и мы вместе. Проект покинула Александра Перетятко. Девушка рассказала о причине. «Я приняла решение уйти с проекта, потому что я еще учусь, получаю второе высшее образование. А также мне поступило неплохое предложение пройти стажировку в клинике за рубежом». Как вы помните, Саша Гозиас и Костя Иванов проводят отпуск во Владивостоке. Гозиас пишет: «Жили в одной гостинице, поменяли на другую и не пожалели. А сейчас предстоит знакомство с Костиным ребенком». Вот некоторые комментарии подписчиков. «Даже к родителям не повел в своем городе». Да, вот это высокие отношения, в родном городе гостиницы снимать. В сети ходили слухи, что Глеб Жемчугов хочет уйти с проекта вслед за своей женой. Но он все-таки остался, потому что Оля настойчиво говорит, что он ей не нужен, что она хочет побыть одна. Глеб пишет: «Я готов хоть сегодня уйти, но уйти к ней, жить с ней, налаживать и восстанавливать семью. А со мной даже общаться не хотят. Так что если она хочет быть вместе, пусть зеленый свет даст. Вас, женщин, хрен поймешь». Как вы помните, Ольга Васильевна Габозова из-за скандала с Алианой должна была вернуться домой, но вместо этого она оказалась у Африкантовых. Ольга Васильевна рассказала следующее. Женщину никто не выгонял из дома, просто Алиана и Саша поссорились, и она решила уехать в Лермонтов. Последние 5 месяцев она жила с семьей сына и очень устала. Все интернет-слухи про конфликт с Алианой она опровергает. Она все это время помогала детям от чистого сердца. Практически одна ухаживала за Светланой Михайловной до самой смерти, меняла ей памперсы и все остальное. Но Алиана не оценила старания свекрови и теперь поливает ее грязью, чтобы вернуть своих подписчиков. Потому что все сбережения молодой семьи ушли на лечение Светланы Михайловны, и теперь им очень нужны деньги. Ольга Бузова уже нашла замену Диме Тарасову. Она показала фанатам своего близкого друга. Это некий Антон Бо. В комментариях Бузова написала, что этот мужчина всегда рядом. Она поблагодарила его за все. Многие поклонники посчитали, что Антон стал утешителем для Ольги в это непростое для нее время. Также названо имя новой любовницы Димы Тарасова. Муж Бузовой встречается с Анастасией Костенко. Девушка пару лет назад заняла первое место на конкурсе «Мисс Россия». Сейчас она работает в модельном бизнесе и парочку видят регулярно в одном из популярных московских кафе. Также ходят слухи, что Тарасов снял квартиру для нее. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.